1961 году архитектор Щербинок и инженер Левинский разработали инновационный проект, призванный максимально сэкономить на строительстве индивидуальных жилых домов. Итак, в Ленинграде появился коттедж необычной формы, строительным материалом которого была пластмасса. Целью этой постройки было изучение показателей пластика в условиях, максимально приближенных к жизни. Пластмассовые стены по теплозащите не уступали стенам из кирпичной кладки. В доме обустроили жилую комнату, кухню, санузел, кладовку, прихожую и небольшую террасу. Панорамная стена из оргстекла привлекла особое внимание. Но увидеть реалити-шоу с соседями жителям района не удалось, так как дом не планировали заселять. Используя его в качестве лаборатории, специалисты пришли к выводу, что материалы пригодны для массового строительства. И уже через год в Москве появилась целая пластмассовая пятиэтажка. Однако очень скоро крыша в ней стала протекать, окна продуваться, пластиковые батареи не выдерживали перепадов температуры, а о звукоизоляции приходилось только мечтать. Поэтому было принято решение пятиэтажку из пластика демонтировать, а эксперимент с пластмассовым жильем свернули и больше к нему не возвращались.